Всем привет, друзья, канал Мсалим. В работе у нас Jaguar EX. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим и данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с автовладельцем. Мы предложили им проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он блокшот. Толщина его 7 мм. Вот, владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!